Всем привет, ребята! Это новое видео по идеям голоса. Сегодня мы с вами будем опять испытывать бойцов. Так, ребята, я скоро приду. Так, ребята, я снова тут. Давайте-ка испытывать бойцов. Мы остановились на джипе. Давайте-ка ее испытаем. Вот, смотрите-ка, как она стоит. Так, он нормально так. Ах уж, где машинка? Ничего. А, думаю, года. Сместительно, а так ничего. Это синенько. Она даже ура не снимает. Ну, ставлю чисто 3. 3 ставлю. Почему бы и нет? Троечку такую маленькую. Ну а что, заслужила? Не так оно уж. Такое оно хорошее. Ах, ты сейчас чисто его убью. Есть, я его убью. Фух. Все. Так, давайте-ка вот здесь испытаем. Так, что с ним будет? И вот так вот в кучу, ребята, видео. Ах уж. Бум. Так, мои ребята, что там есть у нас? Тут у нас трава, которая лечит, наверное, естественно. Так. О, хопа. Нормально. Так, ладно. Уже ставлю где-то. Так, ладно. Джеки ставлю лучше уже 5. Твердую 5. Ну и так себе. Так, давайте-ка. Дальше у нас идет, знаете кто, ребята? Так, попробуем разобрать. Есть. Так, давайте-ка дальше у нас Так, испытаем-ка их. Ого, что она так сделала? Давайте-ка испытаем суперсилу, не знаю даже. Так, у нас есть суперсила, и что она делает? Так, давайте-ка лучше тут испытаем, вот на него. Так, сейчас. Так, ребята. И что произошло? Типа она что-то сделала? Я не понимаю, ребята, что она сделала. Так, ладно. Так, идемте-ка туда. О, нет, не сюда. Так. Бум-бум, сейчас всех убью тут. Понятно вам? Убью всех сейчас. Так, он нормально так. Так, ты что там стреляешь? Что там разорвать? Что ты стреляешь? Надо, ребята, в траву пойти. Так, полечиться чуть-чуть. Так, все. Так, что ты там стреляешь? Я тебя сейчас быстрее убью. Прикиньте, он меня убил. Так, ладно, давайте-ка следующего бойца будем испытаем. Так. Ой, так, у нас следующий Пэм. Следующий. Вот она мне больше всего не нравится, ребят. Просто не нравится. Я не знаю, какая у нее сила. Вот как она, ребят. Стреляет.
Ну что мы посказали? Самое главное, это у нее есть аптечка, ребята. Дага больше ничего нету. Так, ну что мы посказали? Так себе, конечно. Так, вообще она хорошая, но все равно. Так, давайте-ка вот тут вот испытаем силу. Так, ну-ка иди-ка сюда. Ага, так, хорошо. Нет! Я, ребята, не китайскую. Она лечит, но все равно. Я ей ставлю двойку. Два, просто два. Так, ставлю два. Ребята, так, кто там? Так, чики. О! Дальше у нас Фрэнк. Фрэнк. Танк. Эпический. О! Так, ребята, давайте-ка. Так, ну что он делает там? Мелпочу он делает. Давайте-ка к нему подойдем. Понятно, что он делает. Так, и бух. Я хочу собрать его мышцу. Так, давайте-ка, знаете, где я, как обычно? Как обычно, вот тут уже мы пали. Так. Ну, как вы думаете, что, ребята? Давайте, ставьте лайк, а я это делаю. О-о-о. Нормально все. В принципе, мне нравится. Нормально, ставлю, ребята, восьмерочку. Восемь из десяти ставлю. Восемь из десяти ставлю. Нормально так. О! Держи фото. Так, ребят, давайте-ка попытаемся его убить как-то, я не знаю как. Так. Ставьте 8 из 10, ребят. Его же сила быстро это. Вот видите, быстро. Как закружается. Ну все, ставлю далее. 8 из 10. Нормально, что. Мне нравится. Так, ну 4000, что? Бум. Так, и прямо опа. И вот еще туда. И вот еще тебе туда. Ну что? Самый раз, посмотрите. Так, давайте-ка хотя бы его убьем сейчас. Попытаемся как-то убить. И еще попробуем. И еще тебе подарочку. Так, мы почти его убили, ребята. Так, давайте. Еще немножко осталось. Так. Так, все, ребята, мы его уже, считайте, убили. Мы его убили! Да! Мы это сделали! Но все равно он выжил, но так мы его убили. Так, ладно. 8 из 10, ребята. Так. Давай.
Давайте календарь дашь. Так, о, у нас уже Биби. Я к Биби так себе отношусь, а так, в принципе, нормально. Так, давайте-ка, ну что это такое? Ну что это такое, а? 2000 всего сейчас, ну. Так, ну, так, ну, видите, что так себе. Ну, так себе, да, так, да, так. Вот тебе еще подарок. Так. Так, вот давайте-ка. И вот вам еще этот подарок. Нормально, мне нравится. Мне, в принципе, очень сильно нравится. Давайте-ка в него. Так, хоть бы он меня не убил. Держи подарочек, подарочек, держи тебе. Ха-ха-ха, понял. Понял, как вести себя нужно. Так, давайте-ка полечимся. Фух. Ну, зачем нам лечиться, если мы другого уже бойца будем не записывать? Так. Так, следующий боец у нас это Бер. Так, привет, Био, разрушитель. Эпический. Эй, эпический. Так, ладно, давайте-ка все. Начинаем ее испытывать. Я помню, она очень крутая, она сносит хорошо так удары. Я не ошибалась, наверное, как ребята сносят, посмотрите-ка. У нее, правда, одна сила только закрывается вот так. А так, в принципе, она крутая, хорошая. Все такое, ребята. Так, давайте-ка вот тут на него. Что будет? А что с ним будет, типа? Ну, ставлю тройку, ребята. Ставлю тройку, просто тройку ставлю. Так, следующий будет. 3 из 10 есть. Так, следующий боец у нас Нани. Это новый боец, ребята, если что. Я не знаю, какой у него вообще. У него, точнее, он, я не знаю. Потому что это, ребята, новый боец. Я сейчас приду. Я, ребята, тут все так. Ну, давайте-ка. Ого, его такая сила. Это, ребята, новый боец. Это вам не старый. Это реально новый боец. Так, давайте-ка силу. Супер силу испытаем. Так, давайте-ка. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ну, что могу сказать? Что могу сказать? Ставлю, ребята, шестерку ему. Так, сюда. Ну, так, так, себе, так. Давайте-ка выйти. Так, кто там? Ой, что-то мы далеко ушли. Так, там есть спайк, и он еще. Тут много, ребята, новых добавили. Тут знаете, кого добавили? Обеть добавили, база добавили, Эш добавили, Воу добавили, Фэнк добавили. Кает добавили, У добавили, а генерал Гаус добавили. Много, короче, ребята, кого добавили. Вот от Кает до Фэнка. Капец. Ребята, радуйтесь, посмотрите, новые бойцы добавились. Сколько много. Ого, Макс тут есть. Так, все.
Так, кто там у нас, да, у нас дальше нет? Вон они. Так, это Нани, да, вот так. Значит, у нас сейчас Эдгар. Привет, Эдгар, как дела? Как дела? Как дела? Это новый поделок. Так, ну и что это такое? Что это за фигня такая? Ну и что это такое? Давайте как-нибудь. Так, ребята, так, давайте. Его еще раз убиваем. А! Нет, убегаем, убегаем. Ха-ха-ха, я его сменил. ХП у меня много, поэтому... Привет! А! Уйди, уйди, уйди! Я тебя сменяю. Так, ненормально, ставлю уже семерочку. Так, не, девяточку ставлю, да? Девять из десяти, ребята. Девять из десяти. Так, дальше у нас этот гриф разрушитель. Эпический. Так, это тоже, ребята, новый. Тоже новый. Добавили новый. Так, я не знаю, какая у него тоже сила. Потому что это новый, еще никто не знает. Он монетами стреляет. Слышите, типа, такой звук монеты? Звук монеты. Вот. Так, ну нормально, что так. Так, не, давайте-ка суперсилу вот на этом испытаем. Так, давай-ка. О, еще подарочек держи тебе на Новый год. А что, мне нравится, в принципе, ребята. Бум-бум-бум. Так, давайте-ка вот тут вот испытаем на них. Так, вот на них сейчас испытаем это. Так, сейчас. Вот сюда вот пока что. И вот так вот. Так, ребята мои. Так, сейчас у нас вся сила загрузится. О, так, все. Давайте-ка. На счет три. Раз, два, три. Хопа, хопа, хопа. Всех убиваем, всех убиваем. Всех сносим. Так, бум. Бум, убиваем, 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 убиваем. Всех убиваем, всех убиваем. Так, о, привет. Как дела? Как дела? Как дела? О, давайте как-нибудь. Генри называется. Так. Он на меня не видит, так, ребята. Опа. Будешь знать, как вести себя на Новый год. Так, и вот тебе еще держи. Ха-ха-ха, я его не чую. Ну, ставлю 10 из 10, ребята. Нормально так. 10 из 10. 10 из 10. 10 из 10. Так, дальше у нас гром. Так, ребята. Это тоже добавили нового. Это тоже новое, ребята. Я не знаю, у него силу. Так, гром, разрушите. Эпический. Так, ребята, так. Давайте-ка. Угу. Ну что это? Ну, что могу сказать? Так себе, так. Давайте-ка супер силу испытаем вот тут, вот на этом. Так. 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 И вот так. И вот еще держи подарочек. Ну, чисто ставлю для проверки, ставлю 4. Все. 4 из 10, ребята. Это новый боец. Что-то он фиговый. Так, Мартис. Так, Мартис.
Мартис, да? Мортис. Так, давайте-ка испытаем-ка его. О, ну нормально, ребята, всё. Так, я уже боюсь представить, какая там суперсила. Господи! Что там у тебя здесь? Опа. Опа, так. Так, и хопа-бум. Бумс, бумс. Так. Так, ну я ставлю ему шестерочку. Да, я ему, ребята, ставлю шестерочку. В принципе, не такой уж и классный. Так, все, давайте-ка следующего мультика. Хотя на этом, ребята, ролик будет заканчиваться. Так, уже просто много, ребята, мы бойцов испытали. Так, ну а с вами была я, Вика. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!